Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня хотел бы вам рассказать про дату обновления 0.13.0. Говорю сразу, я не буду кликбейтить, я вам расскажу всего лишь мои предположения и то, что я знаю лично от разработчиков. К вам большая просьба, если вам нравятся подобные видеоролики, подобный формат, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы начинаем? Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. Изначально даже не планировал снимать данное видео, но я сделал опрос в моем телеграм-канале, и вы все мне сказали: Кентуха, этого видео про обновление, поэтому просили, получайте. Ну а ссылка на мой телеграм в описании. Хотелось бы начать с небольшой предыстории, почему лично я жду обновления 0.13.0. Самое первое и самое главное — это карта Зона 9. Но давайте будем откровенными. Ну, это та карта, которую ждут абсолютно все. Там будет куча пасхалок, куча всего. Это будет очень-очень круто. Также, помимо всего этого, обещали добавить новый режим. Ну, как обещали, сделали отсылку к новому режиму. Это тоже очень классно. Ну и, конечно же, два новых оружия и новые скины. В общем, я жду именно вот это все. То есть, ребята, вы просто представьте, планка поставлена вот прям вот насколько высоко. И разработчики просто-напросто не успевают. Я думаю, что они добавили обновление на 17 апреля. Потому что, если вы не знаете, 17 апреля нашему с вами стендоффу исполнилось 3 года. Но вы посмотрите, какой вышел печальный пост. И тут мы прекрасно видим и читаем, что разработчики просто-напросто не успевают, потому что... В этот раз все наши силы сфокусированы на работе над первым в истории игровым сезоном, старт которого намечен в предстоящем обновлении 0.13.0. То есть, ребята, вы понимаете, у них даже не было времени провести ивент на 3 года. Значит, прямо на данный момент они очень спешат, делают много работы и тестируют обновление 0.13.0. Ну и прямо сейчас вы, наверное, задались вопросом: Кента ПК, так когда же все-таки, черт возьми, будет обновление 0.13.0? Ты нас вообще запутал, когда? Все, что я скажу дальше, это будут всего лишь мои предположения. Они основаны на логике и на здравом смысле. Точной даты нам никто из разработчиков сказать и слить не может. По причине того, что у разрабов есть контракт, и им нельзя разглашать ни обновление, ни что будет в обновлении, ничего нельзя им разглашать. Поэтому ни от одного человека из их команды вы не можете услышать точную дату обновления. Вариант номер один. Для этого варианта нам необходимо переместиться в группу разработчиков, именно Standoff 2. Это официальная группа. Я перемещаюсь на один год назад. Что же я тут вижу? 17 апреля, надпись, Standoff исполняется 2 года, ну и они типа написали, что же за эти 2 года изменилось. В принципе, все как обычно. Дальше, на следующий день они добавили отсылку к новой коллекции 2 Years. Дальше, спустя... 2 дня, наконец-то вышло все-таки обновление. То есть вполне вероятно, что 20 апреля 2020 года точно так же выйдет обновление. Но это, ребят, всего лишь мои предположения. Ну а теперь давайте поговорим, что же нам вообще известно про дату выхода обновления. Когда Веля спросил у Джампера на стриме, типа, мол, когда будет обновление? Ясен пень, Джампер не сказал, когда оно будет, но он сказал, что оно на данный момент тестируется. То есть, делаем вывод, что обновление до конца не готово. Возможно, за эти пару дней что-либо изменилось, но я просто логично рассуждаю, вряд ли бы они за пару дней доделали обновление. Поэтому у меня есть такое предположение, что обновление в ближайшую неделю не ждать. Это вариант номер два. По причине того, что просто-напросто они не успевают все сделать, потому что у них поставлена очень высокая планка, и все это сделать крайне сложно. В подтверждение этой версии могу сказать еще один аргумент. На стриме у Тикта, когда он написал сообщение разработчику, притом это был не фейк, он писал реальному разработчику, он у него спросил, мол, когда ждать обновления. И дословно читая, что ответил Тикта, что ему ответил разработчик. Как все запутано. Относительно скоро будет обновление. Относительно скоро, то есть, если бы он сказал просто скоро, это значит завтра или послезавтра. А вот относительно скоро, это в течение недели-полторы. Значит, в конце апреля все-таки мы будем ждать с вами обновления. По крайней мере, я буду ждать обновления, и я думаю, что, скорее всего, оно будет именно тогда. Я знаю, что команда Axel Bold, смотря подобные видеоролики, они не очень их одобряют, и они им вообще не нравятся. Поэтому я попрошу мою аудиторию, пожалуйста, во-первых, не пишите в личное сообщение в группе ВК. Но вам все равно никто не сольет дату обновы, это во-первых. Во-вторых, не верьте всяким фейкам. Не верьте ютуберам, которые говорят точную дату обновления, никому не верьте. Потому что точную дату обновления никто никогда никому не скажет. Хотя бы по причине того, что они сами не знают, когда будет точная дата обновления. Когда все доделают, тогда она и будет.
Все сказанное в этом видео, ребят, это всего лишь мои предположения. Я надеюсь, вы это понимаете. И не надо писать комментарии, кем ты гребаный кликбейтер, потому что у меня главная цель не прокликбейтить, а рассказать вам всю правду и рассказать вам то, что обновление 0.13.0 оно будет. Но точной даты никто не знает. Да, кстати, и прямо сейчас в моем телеграм-канале я буду раздавать промокоды на сайт MyStandOff, там халявный баланс. Поэтому, если хочешь халявный балик, переходи по ссылочке в описании.